здравствуйте, приветствую. Работаете, нет? Да, девочки работают, вам на часик. Да, на часик сколько будет стоить? Одна. Тысячу стоит. Сколько? Полторы. А, на полторы выезд, тысячи? На выезд. На, да. Не, на выезд, на выезд. Да, 2000. 2000. Ну что, приедет, если заказать? Да, конечно, давай час. Нас, правда, ну, нам одному парню нужна она, настроит, ну, у него день рождения, вот мы хотим подарок сделать. Да, да. На выезд к оплате приезжает девушка, вы в курсе? Что еще раз? На выезд после оплаты девушка выезжает. А, после оплаты, там, где вы учились, я преподаю до сих пор, понятно все. Иди, ну, вот, вот они. Нет, а надо было не орать, а приехали бы вот дома оплатить. Да, он сказал, после оплаты при новых приезжать. Ну, после оплаты. Там, где они учатся, я там уже преподавал еще. Ну вот, да, назад. Да, так оно и есть, да. Так оно и будет. Короче, Роме придется опять дрочить сегодня. Как я еще позвоню в другое место? Кто-то перезвонит, смотри, перезвонит. Тише. Алло? Ага, да, да. Это... Работаешь, нет? Да, работаю. Тебе на выезд подали ко мне? На выезд, да, на выезд. На выезд работаю, вперед оплата. Вперед? А что у вас вперед тут? Можно так поинтересоваться, просто... Возле подъезда. Ну, давай приедешь, мы тебе возле... Ну, видишь. Кто к вам поедет без предоплаты? Предоплату, поверьте, я когда еще 5 лет назад ВК так разводил. Алло. Алло. Алло, привет. Работаете? Да, работаю. Оплата перевод пока. Давай идите на свои оплаты. Ты орешь, ты сразу. Да какая на оплата? Может, возле подъезда бы заплатили, да? Возле подъезда тебе только могут дать кто-нибудь приехать. Алло. Солнце, привет, работаешь? Да, работаю. Вам на выезд? На выезд, да. Только без предоплаты, сразу говорю. С предоплатой работаем. Все девушки работают от одного салона. Понял, понял. И что, предоплата сколько? 50% для закрывания анкеты. Для закрывания чего? Для закрывания анкеты 50%. А если я друг Зелимхана? Там, ну, без... У меня Зелимхан друг. Ну, чтобы не было... Да пускай тебя... Видишь, Иван, сразу. Алло? Да, звонили, пропущены от вас. Ну, я, да, девочку ищу. А девчонка выезжает после оплаты на карту. Блин, девчат, ну это же развод, конкретно. Ну, какой? Это везде уже по интернету снимается, что это развод. Ребят, спасибо, болтай. Ребят, то, что вы видите на канале «Хочу пожать ТВ» сейчас вышло, и, в принципе, далее будут выходить. Это все развод. Ни по каким ссылкам не переходите, ничего никуда... А лучше отпишитесь, да. И все. Да, лучше... И забудьте вообще. Ни по каким ссылкам никуда ничего не переходите. Спасибо, там жесткое... Я сам не понимаю, что происходит, ребят. Канал взломан. Так что, ребятки, по поводу канала «Хочу пожать», ни по каким ссылкам не переходите. Это все... И лучший этот видос, который вышел, там какие-то барыги. Все равно, ребят, все тайное, рано или поздно станет явью, ребят. Вот. Все тайное, рано или поздно станет явью. Я вообще забил уже, как говорится, большой толстый. Ну что, та же самая с любым блогером может произойти, но... Подставь любого человека, с любым человеком, если его кто-то подставил с шерстяной лапой, там, и с большими лапками, то же самое может произойти. Да, конечно. Вопрос в другом, как потом на тебе это отразится.